заглянули в будущее на 15 лет вперед. Сегодня на экономическом совете при главе Чуваши обсуждали социально-экономическое развитие республики до 2030 года. В обсуждении приняли участие представители общественности, руководители хозяйствующих субъектов и ученые. В каком направлении будет двигаться регион, узнавала наша съемочная группа. Больших отчетов не нужно. Надо подумать, как Чувашия будет дальше развиваться, улучшать экономику и качество жизни. С таких слов главы республики началось заседание совета. Министр экономического развития наметил общий курс. Мы выдвигаем инициативы, чтобы Чувашия стала территорией обновляемой экономики. Это значит, что традиционные отрасли должны получить развитие, молодые люди перспективно работать в интересной для себя профессии. Среди интеллектуальных людей предприниматели могли бы раскрыть свой талант в новых отраслях. Никто бы не уезжал, и капитал бы не покидал территорию республики, а приумножал ее богатство. Звучит красиво, но пока больше похоже на мечту. Тем не менее, воплотить ее в жизнь попробуют. Для роста экономики планируют создать площадки для нового бизнеса, развивать производство экологически чистых товаров и повышать предпринимательскую активность жителей. Кстати, совета спросят и у населения. На сайте экономического развития уже разместили баннер. Свои предложения может высказать любой желающий. Ну а сегодня высказались предприниматели и специалисты. Я занимаюсь вопросами сельского хозяйства, поэтому, если вы позволите, я несколько слов остановлюсь на развитии этой отрасли. Вот, если мы до последнего времени ориентировались на расширение внутреннего потребления и обеспечение населения, собственного населения, то сейчас можно подумать над развитием экспортных возможностей Чувашии. В частности, в Академии мы разработали новую модель мясопроизводящей отрасли на примере промышленного производства индейки. Основные тенденции развития спроса на электротехническую продукцию в России. Ну, прежде всего, это комплексные поставки первичного и вторичного электротехнического оборудования. Запрос на выполнение проектов под ключ. Прямая работа заказчиков с производителем, минуя посредников. Каждый представитель крупных производств Чувашии делился планами своего предприятия. Но как раз из этих элементов должен в конечном итоге сложиться пазл благополучного экономического будущего нашего региона. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков. Республика.